дизайн. Обратите внимание, управляет самолетом, кандидат технических наук, пилот-любитель, душой влюбленной, а сердцем преданной авиации, человек, заботящийся о подрастающем поколении, создавший флот возрождения отечественной авиации, Вадим Павлович Зубков. Все каждый человек на аэродроме Мочище знают его лично, уважают, потому что это человек, который действительно держит в порядке все хозяйство. CTLS Flight Design. Вадим Павлович Зубков, вот он, прекрасная белая птица над вами. Обратите внимание и помашем ему руками, Вадим Павлович! Этот самолет был разработан специально для категории легких спортивных самолетов. Имеет ряд изменений по улучшению комфорта и летных характеристик. Он машет там крылом, который делает этот самолет наиболее подходящим как для использования в аэроклубах и летных школах, так и для частных владельцев. Звучит музыка Йоганнеса Брамса, венгерский танец номер 5. Прекрасный легкий самолет CTLS способен с легкостью и без остановки долететь от Чикаго до Нью-Йорка, от Лондона до Франкфурта и от Мюнхена до Рима, от Киева до Москвы и от Симферополя до Киева.